Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина, и в этом видео я решила для вас показать очень интересный и легкий, самое главное, легкий рецепт. Это рецепт домашней шавермы. На самом деле мы очень с мужем любим шаверму, и частенько, по крайней мере, муж покупает ее, потому что он, ну, действительно ее любит. Но, сами понимаете, шаверма домашняя не сравнится с покупной. И я как-то выложила фотку в Инстаграме, и некоторые девочки попросили выложить свой вариант, как я готовлю. Кому интересно, оставайтесь со мной, и, как всегда, с удовольствием послушаю ваши рецептики, как вы готовите, что-то добавляете, что-то не добавляете. Ну, в общем-то, будем с вами общаться, как всегда. Вот, приступаем. Сейчас я вам покажу ингредиенты, которые мне потребуются. Кое-что я забыла купить, как всегда, как же без этого. Но ничего страшного. Самое главное, это, конечно же, курица. То есть шаверму мы готовим именно с курочки. Сейчас я это филе курицы, я ее сейчас буду обжаривать на сковородке. Так, что нам еще потребуется? Огурцы свежие, помидоры. Я черри вот купила, не знаю, мне в последнее время черри очень нравятся. А также огурчики соленые, вот у меня корнишоны маринованные, очень люблю. Также чуть-чуть перчика добавлю. Вот. И соус, да, для соуса, значит, майонез, кетчуп, сметана, чесночок и... А, еще нам сыр потребуется. Вот, сыр я уже нарезала, к сожалению, но ничего страшного, будем так тереть. Так, все ли я показала? А, самое главное-то я забыла, конечно же, это лаваш, армянский лаваш. Вот, куда же без него? Вот, в принципе, девчонки, это и все такие ингредиенты. А в прошлый раз, девочки, я добавляла еще капусту свежую, но я ее забыла купить, поэтому будем в этот раз готовить без капусты. Так, сейчас Настёна булочку, да, у меня попросили булочку. Очень, кстати, любим Сочи. Прям обожаем. Ну, сейчас я вам покажу подробно, как что я буду готовить. Девчонки, в общем-то, начнем мы с курочки. Я уже мелко порезала. На шаверму я режу мелко достаточно. Вот, я не знаю, сколько тут грамм, но я на глаз все делаю. Вот столечко осталось. В принципе, не проблема, если что дожарить, если вдруг не хватит. И разогреваю сковородочку. И сейчас буду все это дело обжаривать. А в общем-то, пока обжаривается курочка, что я сейчас буду делать? Я буду мыть огурцы резать, помидоры резать, огурчики резать, перчик резать. В общем-то, все я буду нарезать, а также делать соус. Для соуса я беру майонез. Все я делаю, честно сказать, на глаз. Ну, может быть, тут 1,5-2 столовых ложки. Да? А далее я беру сметанку. Сметанку я тоже кладу столько же. Ну, где-то вот так вот, да? И добавляю кетчуп. Добавила. Теперь все это дело мы перемешиваем. Вообще, мне нравится шаверма тем, что в принципе сюда можно добавлять все, что вы хотите. Вообще любые ингредиенты. Вот все, что вот есть дома, все можно туда положить. Ну, не знаю, по крайней мере, мне так кажется. Разумеется, это не настоящая шаверма или там шаурма, как она правильно называется. Все это понятно. Ну, на то она и домашняя, что каждый делает так, как любит, что любит, добавляет. Вот что мы делаем. Я беру вот такую штучку, чеснок, и буду добавлять сюда тоже в соус. Муж меня очень любит побольше чеснока, поэтому взяла аж 5 штучек. Добавили мы чеснок. Вот, перемешиваем. И также еще, что я сюда добавлю, это зелень. Да? Желательно, конечно, свежую добавлять, но у меня нету, поэтому добавлю замороженную вот такую вот зелень, укропчик. Добавляем в соус. Я немного солю. А также добавлю паприку и можно какой-нибудь другой перчик. И совсем я забыла сказать вам, я снимаю видео, просто голова не варит, совсем забыла. Обязательно, ну, чтобы, мне кажется, вкуснее будет, если вы добавите специи для курочки. Ну, будет куда вкуснее. Ну, я думаю, так тоже пойдет. Плюс, когда делаешь несколько дел одновременно, что-то можно легко упустить. Вот, и сейчас будем собирать с вами шаверму. К сбору этого прекрасного блюда я беру лаваш. Кстати, приготовила я еще противень и буду еще запекать минут 5-10 в духовке, чтобы лаваш как он, стал хрустящим, чтобы сыр внутри расплавился. И так будет намного вкуснее. В общем-то, развернули мы лаваш.
и делим на три части. Разготовила, и у меня получились очень толстые шаверми, потому что я очень много начинки запихнула. И это не есть хорошо, потому что когда вы кушаете, вы знаете, да, как это происходит, все так вот разваливается, поэтому я сделаю шаверму, которую будет удобно кушать, чтобы она была поменьше, как бы, да, и чтобы у вас все не разваливалось. Значит, разделили мы на три части. Так, эти я две отложу. И будем сейчас готовить. Так. Надеюсь, вам что-то будет видно. Ну, что мы первым делом делаем, это, конечно же, смазываем нашим соусом. Так. Пахнет обалденно просто. Мне кажется, я немножко голову отрезала, но главное, чтобы вы видели не мою голову, а как я готовлю, понимаешь? Так, что мы в первую очередь кладем? Это, конечно же, курочку нашу. Так. Складываем все аккуратненько. Огурчик. Я огурчик резала достаточно вот так вот крупно, ну как, чтобы они длинненькие были, да? Так. Далее соленый огурчик корнишовый. Так, тоже. Перчик. Повторюсь, вы можете добавлять все, что вы хотите, я просто показываю это без вариантов. И помидорчики, конечно. Вот без помидорчиков. Так. Буду не тереть сыр, потому что неудобно, повторюсь, я разрезала, а вот целикового сыра у меня нет. Поэтому я прямо так и положу. Думаю, ничего страшного не произойдет. И сверху еще чуть-чуть соуса. И самое интересное, сворачиваем нашу красоту. Первым делом это, конечно же, мы загибаем края, чтобы у нас он не развалился и чтобы из него ничего не вылезло. Наша начинка вся. Так, вот так вот уберем. И сворачиваем. Так. И вот такой вот рулетик у нас получился. И складываю на противень. Вот такая красота у нас получилась. 5 штук. К сожалению, на вот этот у нас не хватило начинки. Ну, ничего страшного. Что мы делаем далее с этой красотой? Я разогреваю духовку 187 градусов. И в разогретую духовку мы ставим на 10 минут. Они как раз станут хрустящими, сыр расплавится и будет прям вообще объедение. Так что вот так вот все это дело готовится, очень легко и просто. Ну и результат, разумеется, я вам покажу в конце. У нас получилось, как видите, они такие вот жесткие. И сейчас будем кушать. Приступаем мы к готовке. Сейчас я вам покажу ингредиенты, так как я вообще не запланирована. Закройте дверь! Вот я взяла такое приспособление. Ой! А папа чем делает? Что делает? Скажи папе, чтобы он с тобой посидел. А папа ему танчики. Скажи, чтобы он перестал играть в танчики. Сколько можно играть в танчики? Ох, это я вам и глаза, да? Вот скоро у него с глазами будет беда, да. Или хочешь, иди маме помоги? Нет. Не хочешь? Ну что папа сказал? Папа сказал, нет, я заболел. Не заболят глаза? Да. Вот папа. Вот папа. Настя!